Don't.
Доброго вечера. Немножко запыхался, извините. Вас приветствует такая интересная команда Woodmood. И еще один такой сольный проект. И сольный проект Никиты Малова Wooden Rifle. Мы сегодня приехали в Петербург из мшистого, хвойного, соснового бора. Притащили с собой некоторые такие арт-объекты природные. Кстати, кто захочет, можно веточку можжевеловую с собой потом унести, если будет такое желание. Вот. Сегодня мы сыграем наш первый сольный концерт. Так что это такое, можно сказать, знаковое событие. Некоторые люди, я чувствую, очень достаточно большая часть осела в том, в первом фишфабрике. Я надеюсь, они постепенно сюда переберутся. Здесь будет больше людей. Но мы не можем заставлять вас ждать. Поэтому мы хотим начать наш сет. Спасибо. Thank you.
Thank you.
по звукорежиссеру пройти в зал. Анубис, позови звукорежа, пожалуйста. Thank you.
Дорогие друзья, спасибо, что вас так много уже. Вот, начинали мы как-то при пустом зале, а тут вдруг смотрим, вас уже много. Спасибо, что пришли. Сейчас у нас концерт разделен на три части. Первая закончилась, сейчас будет вторая. И это вы сейчас станете свидетелями презентации первого сольного, так сказать, сета, полноценного. Сольного проекта Никиты Малова «Wooden Rifle». Никита Малов многим вам известен по очень серьезной работе в других коллективах, очень именитых и известных. Вот. И мы счастливы с ним делить эту сцену. Вот. И, пожалуй, самое время ему начать, а мне замолчать. Thank you.
Сейчас парочка полноценных треков. Thank you.
И еще один последний трек. Только что прозвучали в исполнении Wooden Rifle. И, пожалуйста, позвольте обратить ваше внимание, хотя вы наверняка уже его обратили, на этих прекрасных див, которые плясали, танцевали, творили тут магию. Это несравненный Bohemian Circus с руководителем Роксаной Башкировой. Да. Спасибо, надеемся, вы получаете удовольствие. Мы переходим к третьей части.
Музыкальный проект, прямиком приехавший к вам, или поехавший из мшистых лесов. Да, захвативший с собой деревянное ружье. Друзья, спасибо большое, что вы досидели все это время. Вот. Мы пока еще совсем юные и молодые, не можем сказать, в этом углу наши футболки, в этом углу наш альбом. Вот. Но спасибо, что вы пришли. И... Вот. Спасибо, что вы пришли. Давайте позовем замечательных девушек из Bohemian Circus. Роксана, веди всех сюда. Роксана, открывайте двери, идите кланяться. Может, они людям уже... в ноги, господи. Может, они уже начали переодеваться, а мы тут их... А, ну может быть, они уже переодеваются, да. Сейчас, они выйдут непременно. Они со всех сторон Петербурга слетели, чтобы подарить нам всем волшебство. Без них, конечно, была бы совсем... Я думаю, они услышат через дверь, если мы их поблагодарим. Сейчас, я их позову. Сейчас крики такие будут там. Они выходят. Вот они, чудесные нимфы со всех концов северной столицы. Уже в полном сборе. Спасибо им огромное. Это было замечательно и чудесно. Спасибо им большое. Вот, не знаю, может, они скажут что-то, а может, и не скажут, улетят, как и прилетели внезапно. Вот. Ну, друзья, пожалуй, мы все. Спасибо вам, что пришли. Очень приятно было. Если кто-то хочет, можно взять с собой веточку можжевельника. Да, обязательно возьмите. Тем, кто из Петербурга, наверное, очень проблематично добраться до окраины, там, можжевельник. А он такой специально в питомнике выращенный можжевельник, там, собранный для холодных питерских дней. Да. А нам меньше убирать. Да, вот, можно в баню с собой взять, конечно. Венички для бани, точно.